Всем привет-привет! Заход номер два. Сбился эфир чуть-чуть. Я рада приветствовать вас. Сегодня очень интересная тема. Меня зовут Анна Гришанкова. Я чемпионка России, Европы и мира по дизайну ногтей, а также спикер на канале Эми и эксперт Эми онлайн. Я сегодня для вас приготовила что-нибудь очень классную технику. Я ее обожаю и думаю, что она вам тоже понравится, полюбится. Вы возьмете ее в оборот и возьмете ее в работу, потому что она очень простая. Она практически не требует от вас умения рисовать. И она много очень может отразить всяких разных штук. Вы можете из ней фантазировать и делать очень многие-многие вещи. Сегодня мы рассмотрим эту технику на примере изображения моря. Воды морской, но я вам также покажу примеры на типсочках, где вы можете еще каким образом ее использовать. Давайте уже перевернемся и посмотрим, что же это такое, что же я для вас приготовила. Так, сейчас перевернем камеру и подключим свет, чтобы у нас было светло, красиво, хорошо, чтобы вы все видели. Итак, что нам сегодня потребуется для выполнения? Давайте я еще быстренько отключу масочку. Так, что нам потребуется для выполнения этой техники? Для выполнения типсов в этой технике и дизайнов нам потребуется с вами, во-первых, то, на чем мы будем тренироваться, да, непосредственно это может быть типс, или это уже может быть ноготь клиента. Также нам потребуется белый акригель, да, белого цвета. Также нам потребуется с вами шабер. Лучше всего, чтобы он был железный, потому что, девочки, я пробовала это делать апельсиновой палочкой. Апельсиновая палочка, она прилипает очень сильно в процессе, поэтому все-таки вам я советую использовать шабер. И нужно, чтобы как раз у него была поверхность вот такой вот ложечкой желательно, да. Можно попробовать это делать большим дотсом, только не маленьким-маленьким шариком, а прям большим шаром. Я думаю, что тоже получится очень хорошо. Всем привет! Привет, Оля! Привет, Наташа, Таня, Наталья! Всем-всем, девчонки, привет, кто сейчас смотрит онлайн-трансляцию. Итак, что нам еще? Нам потребуется с вами влажный, смоченный в клинере ватный диск или безворсовая салфетка, потому что мы будем макать постоянно в нее нашу вот эту ложечку, да, поэтому можно приготовить прямо заранее. Можно даже использовать вот такую крышечку и туда немножко напшикать клинера, чтобы там было у нас мокренько. Угу. Чтобы смачивать, чтобы не прилипал потом материал. Итак, что мы делаем? Берем поверхность. Сразу говорю, смотрите, техника достаточно плоскостная, но лучше закладывать немного объема, да, для того, чтобы потом перекрыть. То есть закладывайте, если вы, например, делаете ее, и у вас не получается очень плоско, закладывайте расстояние, чтобы потом выровнять верхнее покрытие, чтобы у вас не было горбылючками. Сейчас вы поймете, о чем я говорю, потому что у меня она получается очень плоскостная, мне несложно ее выровнять, но у вас поначалу может получаться не так плоско. Надо попробовать. Итак, сейчас я наношу номер 390 просто на весь ноготь. И такое вот у нас будет море. Ой, чуньки, я так соскучилась по морю. Господи, как хочу я услышать это вот, знаете, плавное шуршание волн на камушке. Просто оно мне снится. Сушим в лампе.
Можно еще дополнительно взять какой-нибудь цвет. Например, мы можем взять также из той же осенней коллекции 387 на Ураш. И можем, да, цвет вообще классный, бирюзовый, прям как водичка. И можно, смотрите, что сделать. Можно этого не делать, попробуйте и так, и так. Можно немножко вот затемнить вот эти вот бочка по контуру. Прямо вот сухой кисточкой сначала. Немножко затемняем. И мазковой кисточкой чуть-чуть растопчем по контуру, чтобы у нас, знаете, глубина появилась еще больше нашего моря. Тут можно не сильно стараться в этом моменте, потому что это все у нас потом в перспективе еще перекроется 100 раз. Можно даже вот так вот потыкать. Угу. Сушим. Так, и теперь мы берем наш акригель белый. Зачерпываем острым концом шабера. И на подсушенный слой мы его наносим. Причем, смотрите, сначала вы его наносите прям комьями вот такими, просто распределяете. Это не так важно, как вы его сначала нанесли. Можно неаккуратно, разрешаю. И потом вы его вот так вот сошкрябываете практически весь. Угу. Нанесли и все практически сразу же и убрали, чтобы у вас остался минимальный слой, тоненький. Если вы много оставите, будет вам неудобно потом перекрывать. Нанесли и сразу сошкрябали. Теперь прям перчаточкой немножко еще все это вот так вот придавили, чтобы у вас был плоский опять же ноготь, чтобы никаких торчунов не было, чтобы вам потом не мучительно это все не пришлось долго выравнивать. Берем шабер или большой шарик, да, большой дот с большим шариком. Точнее, дот-то может быть небольшой, но шарик должен быть большой. Давайте я вам еще увеличу, чтобы вам было видно. Смачиваем в клинере, чтобы у нас вот эта поверхность была влажненькой. И смотрите, бачок присоединяем и вот так вот в разные стороны поделали. Вверх-вниз, вверх-вниз. И начинаем вот так вот все растаскивать. Как только чувствуете, что у вас прилипает материал, еще раз смачивайте. Еще раз смачивайте. И начинайте также все, где вы вот прошли сейчас акригелем. Вот таким образом растаптывать. Если очень много взялось клинера, то промакивайте кисточку. У меня вот чем я, девчонки, не пробовала, шабером получается лучше всех этот эффект. Угу. Сделали так. И кладем сушиться в лампу, если вам все уже
Нравится, как получилось. Так, что нам дальше потребуется? Дальше нам потребуется голубенький вот такой вот витраж. Можно также взять еще бирюзовый витраж, но с голубым получается уже все очень даже классно. Его можно даже помешать немножечко с прозрачкой, с теклосом, чтобы он был прям вот прозрачный-прозрачный. Можно чуть-чуть теклоса положить и его прям капельку помешать. Все нужен прям вот, чтобы был прозрачная дымка такая голубенькая. Берем наш подсушенный типсик и начинаем перекрывать. Смотрите, что у нас получается. У нас получается, что витраж проваливается вот в эти дырочки, а с кончиков у нас все это стекает вовнутрь, вот в эти маленькие кратеры. Тем самым еще больше выравнивается. И получается глубина, как водичка. Угу. Если вы сделаете темный фон, будет еще поконтрастнее. Например, да, как вот на примере справа. Там у меня практически черный фон. И поэтому еще глубже вот эти штучки кажутся. То есть это смотря где водичка. На глубине или у бережочка. И сушим. И теперь нам нужно все это перекрыть. Перекрыть нужно. Я вот возьму, например, Silver Drop Top, потому что, во-первых, в нем такие уже перламутровые частички, которые будут напоминать кусочки, например, ракушек, мне они напоминают, да, перламутровых. И он такой густенький топ достаточно, поэтому он нам может хорошо очень выровнять. Если у вас кратеры эти получились большие, да, вот, только что подумала, Оль, что можно сюда добавить ракушек. Конечно, можно добавить ракушек. Ну, давайте что-нибудь добавим. Вот у меня, например, сейчас лежит рядышком коллекция конфетти. Это наша коллекция глиттеров, глиттерных гелей, да. Она такая не новая, не экстра-супер-нью новинка, но она вот у меня, знаете, не сходит со стола уже очень много времени, потому что тут, во-первых, на Новый год, да, шикарная коллекция, во-вторых, на лето тоже очень много тут, потому что такие они полупрозрачные блесточки. Вот, допустим, возьмем диско-бол, диско-шар, да, вот они вот здесь вот такие как раз. Давайте что-нибудь мазнем. Все, пошла. Пошла у нас фантазия полетела. Это очень хорошо. Мазнем из дискобола. Но немного, смотрите. Если мы много мазнем, вот я в пустоты положу их, эти штучки. Потому что если мы мазнем много, мы всю вот эту красоту, которую мы сейчас с вами делаем, перекроем блеском. Да, а мне бы этого не хотелось сделать, потому что фактура очень интересная. Поэтому я чуть-чуть мазну как раз там, где у меня вот нету, например, вот этих вот ячеечек. Угу. Давайте посушим. Тогда уже я не буду перекрывать Silver Drop Top, уже будет перебор. Я перекрою просто теклосом. В принципе, теклосом можно перекрыть, можно через базу Base Gel перекрыть классическую. Да? Сначала базы немножко подвыровняли, перевернули ноготочек, сцентровали материал, посушили, а потом уже теклосом. Но я сейчас так сильно уж не буду выравнивать, потому что... В принципе, у меня достаточно все плоско. Давайте посмотрим вот в профиль. Видите, он не сильно
выбивается этот барельеф, поэтому я думаю, что совершенно спокойно мы можем просто сейчас перекрыть, может быть, чуть погуще, чем обычно. Да? Можно вот прямо покапать в эти. Знаете, если чуть-чуть будет дрожалка такая на поверхности, в принципе, ничего прямо экстра страшного не случится. Это уж у нас водичка, она тоже у нас дрожит. Да? И вот давайте просто сцентруем, перевернем кверх ногами. И сцентруем чуть-чуть типсик. Можно тоненько кисточкой немножко подтянуть туда, где надо. Оттуда, где не надо. Угу. В любом случае, девчонки, если вы засушили и вы чувствуете, что где-то чего-то у вас выперло, вы берете баф, и даже если вы сбафите немножко вот этой вот фактуры, наоборот, будет прикольно, у вас белая откроется, она еще четче будет смотреться. Угу. То есть вот смотрите, вот в этом примере я прямо везде нанесла, да, там у меня как бы больше по центру, вот на типсике, который я сейчас делаю, а здесь я вообще везде, везде, везде нанесла. Также, конечно, вот здесь, например, у меня еще мазнуто бирюзовым витражом, то есть витражи здесь очень много играют роль, очень большую, витражи здесь можно комбинировать, они плавно друг друга переходят, дают красивые переходы, и, конечно, давайте посмотрим еще, что мы можем сделать. Меняя витражи, меняя расположение, вы можете еще много всего сделать. Сейчас я еще буду показывать, как вот так по центру делать. Сейчас мы на весь ноготь делали. Здесь у меня вставочками и плюс такие неоновые линии. Да, можно делать вот такие вот штуки, которые даже к морю не относятся, а это такие больше, не знаю, какие-то космические вещи, да, можно также делать какие-то абстракции. И очень классно эта техника подходит на любые виды вот таких вот природных замшелых лесных дизайнов, я их называю, да, замшелые. Но они как будто бы вот на дереве, знаете, такая красивая фактура тоже, мох, какое-то вот что-то лесное в сочетании с коричневым витражом, очень красиво смотрится. А если у вас клиент не готов к такому изобилию декора, то можно просто пускать вот такой вот полосочкой где-нибудь, с надписью, с какой-то минималистичной геометрией, тоже очень красиво. Ой-ё, как круто! Ну, Татьяна Сокол, привет! Очень рада видеть тебя в эфире. Людмила Королёва, привет! Тоже рада видеть тебя в эфире. Вот, то есть можно, видите, где-то я пускала, например, прям вот рядочками, тын-тын-тын-тын-тын, а дальше, например, пошло вот побольше. Сейчас я покажу вот примерно это, как делается, еще на отдельном типсике. И вот эта штучка, как делается, красивая. Да, на черном. Только бы был у меня черный. Ну ладно, сейчас мы что-нибудь придумаем. А мы сделаем вот на коричневом. На коричневом тоже. Он почти темный, такой прям черный-черный почти. Так, ну и что здесь дальше? Вот мы сделали наше морюшко. Водичка у нас потекла, и я предлагаю, как и вот в этом вот варианте, немножко поддержать прорисовкой. Немножко поддержать прорисовкой нашу водичку. Все там, видите, чешуйки от русалки отвалились, застряли в воде. Предлагаю вот здесь вот основной сделать акцент и увести вот в эту сторону, вот где у меня как раз поменьше вот этих вот штучек. Там поддержать еще прорисовочкой. Прорисовочку я предлагаю сделать белым, поскольку это будет у меня эмпаста белый рафинат, моя любимая. Да, оды этому материалу я в каждом эфире распеваю просто. Будет у меня прорисовка беленьким. И мы ее делаем уже поверх
просушенного защитного слоя. Перекрывать мы ее можем ничем не перекрывать. Да, работаю я линейной кисточкой 5.0. Блин, девчонки, что-то белое очень сильно выделяется. Не хочу так сильно выделять, а то у меня пропадает вся вот эта красота. Давайте сделаем голубенькую прорисовку. Все, беру свои слова обратно. Меняем планы. Перестраиваемся быстренько. Делаем голубенькую прорисовку. Просто сейчас она перебьет и... Ну, не будет такого эффекта, как мне хотелось. Мне бы хотелось, чтобы это было как рябь на воде. А если я сейчас белым сделаю, у меня вся моя вот эта красивая работа внутри аквариумная, она потеряется. Сделаем голубеньким, окей? Вот, рисуем такие пузырички. Вот, голубенький мне больше нравится. Она помягче смотрится и не так вот будет теряться. Стараемся тоненько делать, чтобы это было именно вот обводочкой, такой прорисовочкой. Стараемся доводить линии до края. Не обрывать их. Часто линии, знаете, бросают в никуда. Вот, эмпаста очень комфортный материал, особенно, девчонки, если вы только начинаете, если не уверены в результате. Смотрите, вот видите, я белым начала, например, и передумала. И вы можете в любой момент... В любой момент взять, стереть, начать заново. А если вообще все пошло не так, стереть все и передумать. И ничего не делать. Можно и так. То есть эмпаста, она дает вам право ошибиться, если вы рисуете уже поверх защитного покрытия. И немножечко тем самым вас подстраховывает от неудачного результата. Потому что очень обидно, когда ты и так как бы рисуешь еще неуверенно, да, и тут вдруг ты рисовал, и какой-то элемент не получился, тебе бы вроде подтереть, а сзади фон, липкий слой, и если ты будешь подтирать, ты часть фона снесешь или смажешь, уже будет не так аккуратно, и все такое, покатился этот ком. Этот ком неуверенности и беспокойства. Вот чтобы этого всего избежать, можно использовать эмпасту и поверх все это делать без вообще какого-либо напряга. Если не понравится, просто спокойно с покерфейсом берете, стираете и начинаете заново. Либо решаете, что и не нужно нам никаких прорисовок, и так все красиво. Так, ну все, огонь, я думаю. Да? Дублируем там, где надо. И у нас получается вот такая вот водичка, блики на воде. Я думаю, что очень... Она получилась нежненькая такая. Видите, где-то чуть-чуть мы поблестели еще чешуйками. Угу, сушим. Так, как делать вот такую штуковину, да? Смотрите, та же самая, по идее, техника. Та же самая. Ой, смотрите, у меня вот здесь есть типсик такой прекрасный. Сейчас я на нем покажу. О, класс, вообще супер. Оказался под рукой. Как раз на нем черный фон и очень прикольные полосочки. Вот он такой будет у меня. Вот, и вот мы их сейчас дополним. Значит, смотрите, все то же самое, все то же оно же, начинается все так же. Вот вы покрыли, допустим, черным цветом, да, он у вас может быть липкий, может быть без липкости, это
не имеет большого значения в этой технике. И накладываете, опять же, накладываете акригель. Ну, на липкий слой он чуть лучше залипает. Вот, положили его, размазали, чтобы он прижался, никуда не девался. И начинаем его счищать. Так, нет, он у меня так скатывается по топу. Сейчас, секунду. Девчонки, сейчас все организуем. Мы просто сейчас базой быстренько пройдемся и посушим, чтобы у нас была остаточная липкость, чтобы он у меня хорошенько залип, не скатывался. Потому что, видите, глянец очень такой сильный, поэтому, видимо, скатывается. Ну, вы же делаете не по глянцу, вы делаете, да, под покрытие, поэтому у вас как раз липкий слой здесь есть. Все, сушим. Так, эта штучка у нас подсохла. Такая получилась водичка. И дальше вы можете все что угодно на соседних ногтях. Вы можете с однотонным сочетать, да, вы можете сочетать с градиентами, конечно же. Вы можете с блестками, можете песочком посыпать что-то, да, с соседней ноготочки песочком посыпать. Еще что-нибудь можете туда нарисовать крабика, можете звездочку, и будет такой вот морской дизайн. А водичку можно изобразить вот таким вот образом. Ну, не только водичку, да, мы с вами посмотрели сейчас, что достаточно много можно придумать. Главное уловить технику и подумать, куда вы ее примените. Так, ну вот. Накладываем. Наложили. Он накладывается не очень хорошо, как вы уже поняли, не идеально. И самое главное, все счищаем. То есть нам нужно, чтобы был прям тонкий-тонкий слой. Но здесь мы не размазываем по всему типсу, да, а мы здесь вот именно такой полоской кладем. Опять прижали, чтобы было прям плоско, чтобы никакого барельефа не было, никаких торчунов не было. Берем салфеточку, берем клинер и берем шабер, либо большой шарик, дот с большим шариком. И начинаем делать. Здесь, смотрите, первое мы делаем, как и там. Мы делаем вот такие вот ячейки. Вот на черном сейчас хорошо видно, очень пошло. Да? А что мы делаем по бокам? Вот чтобы у нас получился такой эффект, вот такое, что мы как бы все это сгрудили в кучку, что у нас по бокам чистенько, а там внутри прямо целая вселенная, какие-то, да, кораллы, не знаю, все что угодно, что вы себе придумаете, что подскажет вам фантазия. Вам нужно то же самое сделать, только как бы чуть-чуть внутрь. Как только прилипает материал, сразу же смачивайте. Вам нужно также сделать, но чтобы у вас смотрели ваши все штуки внутрь. То есть сгрести немножко вглубь. Сгрести немножко материал вглубь. Да, так поставить типс, чтобы у вас все получалось в глубину. Чтобы как будто вы счищаете материал. И как только у вас так получилось, вот здесь вы немножко еще доделываете мелких таких вот вставочек. Как-то у меня тут сейчас... Еще вот так вот сделаю. Нет, мне что-то не нравится сейчас. Видите, если не получилось что-то, я, например, тут вот что-то не понравилось. Так получилось, я поэтому счистила и заново сейчас все начну делать.
Вот, видите, чтобы у вас с этой стороны не было ободочка, а ободочек был только в глубине. Тогда будет ощущение, что оно сгрудилось все в серединочку. Раньше в акриловой лепке мы это все делали кисточкой. Какой-то у меня за окном парад, не знаю, слышно вам или нет. Все, подсушиваем. А пластилином можно? Да, конечно. Это ж, ну, белый акригель, это практически белый пластилин, только пластилин, он еще более плотный цвет белый имеет. Нет, черти, что-то тут не то. Мне кажется, тут в базе что-то. Ну, очень сильно липкий слой. Не получается. Он расплывается. Сейчас я, знаете, что попробую еще протереть. Ну, просто обычно на цвет наносила. Видите, тут типсик подвернулся. Тут думала, что я схитрю немножко. Но фиг вам. Но сейчас мы его все равно доделаем. Это ж мастер-класс, а не мастер, не класс. Поэтому сейчас мы его добьем с вами. Все, очистили. Погнали. Что у меня тут еще? На самом деле много, очень нужно всего сделать, вот именно когда вы потренируетесь ставить вот эти вот кратеры, и когда вы поймете, что от чего зависит их размер. А зависит он от того, какой стороной вы вот этой ложечки прижимаете. Все, вот так вот пускай останется. Угу. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер! Да, можно попробовать пластилином. Все правильно. Можно пробовать. Сегодня мы вот такие вот такую технику показываю. Первый у нас быстро очень получился. Вот такой типсик с морюшком. С морюшком. Сейчас показываю примерно вот так вот, как сделать. Да? И уже демонстрировала девчонкам, что из этой техники можно достаточно много всего сделать. Использую ее просто даже как вот такую отправную точку и меняя цвет витражей. Угу. Так, давайте вот здесь мы сделаем. Тут же у нас такой розовенький еще есть. Мы как раз, у меня розовый здесь под рукой витраж. Вот он. Тыдынц. Открывайся. Так, розовый есть и голубой. Ну, как вы понимаете, из розового-голубого мы можем получить сиреневый. Поэтому сейчас мы сделаем частично розовым. Начнем. У меня вот здесь есть какой-то розовенький. Я вот здесь. Чем хорошо на черном? На черном вы покрываете витражом, и у вас витраж пропадает. Остается только видно на вашей вот этой вот штучке, которую вы разжали. На середине можно перемешать. Да, и получится вот такая вот, такие переходы. Получится от розового к сиреневому. Можно специально еще добавить. Вот, и уже чуть-чуть тем самым подвыровнять.
сушим. И сейчас перекроем также топом. И тоже чуть-чуть прорисовочку пустим. Как раз вот здесь я беленьким, наверное, сделаю. Сейчас попробую. Думаю, что будет самое то беленьким. Тоже белой пастой сделаю. Выложу на ноготочек. Так, какие-нибудь вопросы, девочки? Мы сейчас уже подходим к завершению. Сейчас доделаем типсик. Поэтому как раз сейчас есть момент написать вопросы. Либо по технике, либо просто у вас, может быть, в работе какие-то есть вопросы, чтобы я успела на них поотвечать. Необычно, да, так, загадочно. Загадочно, необычно, все правильно. Так, перекрываем. Перекрываем. Это вот, знаете, такую, сейчас же аквариум тоже возвращается очень сильно, да, вот вы, наверное, уже видели, очень много всего закладывают в верхние формы также. А это вот, знаете, мне чем нравится, что это эффект аквариума, но это плоско, это не надо перекрывать большим количеством материала, пилить потом 100 лет, то есть оно как бы... Очень красиво смотрится, объемно, но оно само по себе очень плоское. Вот эта техника. Не оно, а она. Она сама по себе очень плоская. Значит, еще раз, что вам понадобится? Витражи в разных конфигурациях и в разных сочетаниях. Вам понадобится шабер или дот с большим шариком. Вам понадобится белый акригель или гель-пластилин. Можно также делать им. И для прорисовки линейная кисточка и импаста. В подсветке ультрафиолета в магазине или в кафе неоновые оттенки видны везде, куда попали. В витражах есть неоновый пигмент. Да, подсветка неоновая, соответственно, и неон там светится, да, если вы с белым френчем придете в неоновую подсветку, у вас весь френч будет голубым светиться. Вы можете как проверить? Вы можете мазнуть, и пока вы полимеризуете в лампе материал, он у вас либо меняет оттенок, допустим, даже топы, они тоже светятся в ультрафиолете, потому что они имеют в своем составе защитные от ультрафиолета частички. И поэтому вы можете, например, прозрачным топом покрывать, а в лампе топ будет либо голубоватым, либо зеленоватым казаться. Поэтому, знаете, не только неоны. Я про краску витражную сейчас. И я тоже про нее же, Татьяна. Вы можете проверить, есть ли там неоны, тем, что заполимеризовать в лампе мазочек, например, на чем-нибудь прозрачном. И посмотреть, если он меняет в лампе свой цвет, значит, есть пигмент неоновый. Если не меняет, значит, нет пигмента неонового. Но розовый, например, такой яркий, он, скорее всего, будет всегда неоновый у вас. Либо он будет не такой сочненький. Вот. Допустим, вот такие можно штучки сделать. Витражи светятся или мне нужно купить, чтобы проверить? Дань, честно, я вот прям специально этим вопросом не заморачивалась, когда я покрывала витражами, поскольку, допустим, мои клиенты редко попадают в неон. И если попадают, это не на всю жизнь, а на какой-то промежуток времени, поэтому... У меня никогда не было ни одной претензии, что ты мне что-то нарисовала, а оно в неоне засветилось. Поэтому вот специально прям тестировать я не тестировала. Все наши витражи, светятся ли они в неоне. Я просто этим вопросом никогда не задавалась. Вот. Вы можете написать какой-нибудь из чатов, может быть, девочки кто-нибудь тестировал их на такой момент. Ну, сейчас в прямом эфире-то я не могу помазать все неоны и проверить, какой из них светится, а какой нет, к сожалению.
Поэтому четко сейчас вам не могу. Вы же сейчас ими работаете, как они в лампе в данный момент. Хорошо, сейчас я загляну в лампу и проверю, что там происходит в данный момент. Вам сейчас все озвучу. Я просто смотрю в экран и читаю вопросы, также смотрю на то, что я делаю. Поэтому в лампу я специально не заглядываю, тем более, что она отвернута от стола, чтобы у меня не заполимеризовалось все, что лежит на столе, включая кисточки. Сейчас посмотрю, Тань. Так, ну что, можно вот так вот оставить, и у нас будет такая тоже сложная штуковина, достаточно, да, вот с такими кратерами. Ну, в розовом 100% есть. Сейчас посмотрю, секунду. Ну, на черном я не вижу, чтобы там все прямо кляксами светилось. Не могу сказать, что там прям, знаете, какой-то дискотека в лампе у меня. Да, он подсвечивает немножко, но не так ярко. Плюс еще топ отдает голубеньким, поэтому нивелируется немножко все это свечение, оно все как бы немножко голубенькое. Так, ну что ж, давайте, наверное, закругляться. Ну, в розовом 100% есть неончик. Смотрите, он же даже как бы невооруженным глазом видно, что он неоновый. Ну да, и акригель тоже светится. Он же белый, как в ультрафиолете белый в любом случае будет светиться. Так, ладно, хватит давайте об этом заострять внимание. Думаю, что это не самый... Сегодня самый важный вопрос у нас было уловить технику. Уловить технику, девчонки, потому что техника прикольная. Техника, опять же, повторюсь, может интерпретироваться в разных, да, вариациях. Мы ее сегодня вам подавали в качестве морюшка. Спасибо, пожалуйста. В качестве морюшка. Она может быть и морем, и кораллом, и какими-то... галлюциногенными разводами, не знаю, абстракцией, какой-то космической истории, да, какой-то природной истории. Вот здесь у меня показано, как будто это такое кора дерева, да, я вот здесь вот специально еще дерево в разрезе нарисовала. Это Катя Мирошниченко придумала такой узор, он раньше был очень популярный, вот. Поэтому я думаю, что должно, да, техника для меня такая, новшество, благодарю, спасибо вам, Таня, я на себе испытала, так что рисунок 100% будет светиться. О, да, возможно, Евгения, да, наверное, так, угу. Все, это я все прочитала. Так, ну что, девчонки, спасибо вам большое за вопросы, за пытливость, я обожаю пытливых, поэтому... Классно, что вы смотрите, что с материалами, какие они и так далее. Я сама такая, я люблю, знаете, материал на самом деле и погнуть, и протестировать, и заранее там все знать, что я от него могу ждать, чтобы дать клиенту прогнозируемый результат. Поэтому техника прикольная, техника плоскостная достаточно, и она имитирует как раз глубокий аквариум. Поэтому даже, прикольно будет, знаете, еще что, с шиммером что-то нанести на фон, оно еще там внутри будет немножко поблескивать. Очень приятно смотреть ваши эфиры, спасибо большое, я всегда очень стараюсь, чтобы они были динамичными, не затянутыми, яркими, сочными, и чтобы там было что-то интересное, новое, необычное тоже для вас. Вот, кстати, у нас сейчас очень много всего сочного, яркого, необычного происходит в Amy Art, это ногти тоже оттуда же, там я сейчас буду давать поэтапно вот такую бабочку, как рисовать, и поэтапно, как рисовать вот такое крыло бабочкино прикольное, вот, поэтому, кто не знает об этом проекте, обязательно присоединяйтесь, там очень круто, мы там учим рисовать не только на ногтях, но и обычными красками. И там у нас вообще супер-мега-движ, и там меня там максимально много, вот кто, девчонки, любит со мной общаться,
там просто мы в супер тесном контакте с участниками, нон-стоп, 24 на 7 практически. Я там и консультирую, и курирую этот проект в большом количестве. Все, все целую, обнимаю и люблю каждую. Пока-пока, до встречи в новых эфирах. Пока-пока.